И в красный угол клетки приглашается боец, представляющий село Новое Михельта, Мурат Исуп Гаджиев. Представляем бойцов. В синем углу клетки боец, его возраст 19 лет, вес 70 килограммов, рост 173 сантиметра и из города Буйнакск, Расул Тагиров. В красном углу клетки боец, его возраст 21 год, вес 70 килограммов, рост 173 сантиметра и из села Новое Михельта, Мурат Исуп Гаджиев. У бойца синего угла имеется желтая карта. На награждение приглашается Магомед Наби Мазарканов. Пожалуйста, подойдите к нам. Дамы и господа, в этом бою техническим нокаутом, добиванием, победу одерживает боец красного угла Мурат Исуп Гаджиев. Сэм,
Благодарим Барка, кто пришел меня поддержать от души. Отдельно благодарность моему, тренеру Надырбегу. Также спарринг-патрон Абу-Азиз, Амин, Салах. Это сила.